Всем привет, с вами Тома и Крис, и мы продолжаем. Погоди, я должен как Тома, привет! Мы продолжаем наши, эти самые, поход за седлами, пошли. Вылазь. У нас такой стелс тут был. Короче, мы в прошлый раз исследовали, нашли ледяную пещеру в ледяных этих самых, и сейчас мы идем к Южным островам, чтобы исследовать там храм, который мы в прошлый раз не посмотрели. Так, это болото, поэтому пойдем по краю. Деревня и храм нас интересуют, потому что нас интересует седло. Нам очень хочется покататься на розовой и желтой лошадке. Кофе, какао, кто что. А мы водички. Нет, Крис налил чай, я водички. Так, это что у нас? Корова. Две коровы. Ладно, коровы у нас как бы... Живите. У нас вроде хлеб пока есть. Так. Вот туда надо. К этим. У этих вулканов был храм. Там же был. Тома фламя. Да, храм судьбы. Ну, короче, там, где... помнишь такое зданице, которое мы просто перешли, и мы не приняли это за гробницу? Нет, не помню. Там такое песчаное узенькое зданице, мы его просто как бы перешли по низу, и все, и выше вошли, и вышли, мы не встали никуда там. Это Аквамен. Ну, так движется Аквамен. Да. Короче, вот тут где-то эта гробница. Сделайте смайлику Криса No Spoilers. Но я думаю, что вот... Это уже пятый смайлик, так что подписывайтесь, еще 13 человек. Не, я думаю, что как раз-таки вот этот брофис можно использовать и в случае No Spoilers. Как бы он такой будет, как бы такой в лицо дающий, поэтому... Как бы... Ну, вы понимаете. Короче, давай вот где-то здесь, короче, типа как должен быть куда-то спуск вниз. Это кто у нас? А, же кролик. Вот где-то мы тут начали немножко исследовать, но где-то еще ниже, наверное, можно спуститься, кажется. Посмотрим. Вот. Вот там, короче, помнишь, что там динамит, да? Где? Вот. А как его делать? Здесь, что ли? По-моему, рядом надо копать. Подожди, не копай прямо там. Мы с тобой уже как-то разбирали такую пирамиду, но я не помню. Было так давно. Тут, короче, вот под синий, по-моему, там динамит находится. Чай на святом источнике считается святым? Да. Мне кажется, сверху кнопка. Там мы даже не заметили. Она упала вниз. Серьезно? Упала вниз? Да, там... Она смотрит на меня. Сам не падай, главное. Она смотрит на меня. Давай обкапывать, короче, по краю. Ну, обкапывай по краю. Что-то взрывается. Вот, по-моему, он взорвал динамит. По-моему, зомби нам успешно сделал за нас всю работу в плане динамита. Так что мы теперь можем просто аккуратненько спуститься. Мы, как всегда, самые умные без этих самых, без лестниц, поэтому... Да. Мы же не могли их сделать из палки, что там столько дерева набрал. Это для слабаков. Настоящие копатели делают лестницы из камня. Он там все еще хрипит? Кстати, у меня нет факелов. А, нет, погоди, есть десяток. Если там нету сёдел, я буду крайне зол. А, вот, спасибо. Там тьма. Чё-то я не вижу там сёдел. Погодите. Не вижу, как ты дальше можешь. А, ну ладно, можешь. Могу. Уютненько здесь, а? Да. Гробница. Настоящие всегда идут в обход. Как там был настоящий? Кто герои? Угу.
Так. Все, можно прыгать или еще нет? Еще, по-моему, высоковато. Походи. Да уж, высоковато, давай. Что-то это какая-то неправильная гробница. Или тут все динамитом так разнесло? Вполне возможно, что нет уже никакой гробницы. Все. Только бездонная динамитная дыра. Крайне Золдан. Нормальный герой всегда идут в обход. 9 динамитов хотел. Насколько я помню, внизу по центру была кнопка, и все бабахнуло. Насколько я понял. То есть, короче, сёдел там нету, да? Не, ну ты можешь сделать красивую винтовую лестницу, мы спустимся, как барыни, там, как бояре. Да, спустимся. Так, не понял. Это я нечаянно. Повыше поставлю. Ну, сейчас у меня кирка доломается, и... У меня с собой еще 2 запасных, кроме 3. Кирками я запасаю. Все, у меня сломалась кирпичка. Давай. Что, дать кирку? Только дай вот в меня прям кидай. Окей, сейчас я свежую кирку дам, а не сломанную. Не, могу сломанную. Ты готова? Да. Пишу. Ей! Копает или онлайн. Кирку. А! Направо, направо копать. Я понимаю. Точно, надо было в копатель онлайн играть. Потом как это Майнкрафт, ну PS4. Я знаю, что я не очень это самое грамотно распределяю ресурсы. Уходи, тоже, по-моему, некуда. Господи, ничего тут. Где мое седло? Море какая-то. Ну мы дойдем до низу, чисто из принципа. Да, я чисто. Принципиальный копатель. Принципиальный ливнерок, я хочу дойти до низа. Это что? О, железо. Это я удачно зашел. Упс, я повешу. Спасибо. А это что? Ты сделай нормальную лестницу, чтобы мы смогли выбраться без проблем. Ну вот, нормальная лестница в один блок. В один конец. Ну и чё тут у вас есть? Так, а чё тут у нас? Куча камня. Туда дальше пещера? Смотри-ка. Ничего нет! Тут есть ничего. А ещё два. Я не знаю, на что ты рассчитывал. Ну, они, может быть, они и были, но... Ну, хорошая дыра, но, судя по всему, они взорвались. Блин, ну, what the fuck? Если они и были, то, очевидно, они просто... Как бы это самое. А что это такое? Не знаю, я заберу. Может, это глина, из которой можно печь горшки? Это гладкий гранит. Нафига тебе это? Хорошо, просто. Нафига, действительно, нафига мне это? Выкинуть. Окей, этот план не сработал. Тома, Крис, вы когда-нибудь играли или сыграете в симулятор Гендера? На Твиче точно не сыграем, если вы не в курсе, на Твиче есть список запрещенных игр, там куча всяких игр из серии Сакура, а также симулятор Гендер, так что нет. В смысле, да, я видел симулятор Гендера. Неужели он еще в тренде? Да, мне что-то казалось, что он тоже старенький. Короче, все, пошли обратно. Мне нравится, что на Твиче запрещен симулятор Гендера, а вот та игра, которой главный разработчик, он там, по-моему, один, ну, почти один, та игра, в которой разработчик вдохновлялся, там какое-то длинное японское название, игра за пределами Японии не выходила, на Твиче не запрещена. И в той игре, которой он вдохновлялся, собственно, главная цель — это фотографировать трусы школьниц. Да. Очень миленько. Не, в Гендере симуляторе тоже можно сделать, но в Гендере симуляторе можно также их резать в душе, поэтому сама понимаешь. Так, мы выбрались. Да, сейчас мы идем рядом. Да что такое?
Сейчас мы идем, короче, рядом в этот самый, в деревню. Подожди, нет, сейчас я факел свой заберу, где он? Не так много, чтобы разбазаривать. Где тут выход-то был? Чё это за золотой заяц? Ну, тут золотые зайцы бегают. В темных очках? Или это глаза такие? Смотри, он так жалобно на меня смотрит. Господи, я выход на не могу найти. Я его прибил. Да, ну не важно. Короче, тут мы ничего не нашли. Все в порядке, я вовсе не бил зайца. Надо идти в магазин, мне интересно, что там внизу. Там ничего не было. Пошли в деревню. Искать кузницу, может быть, там седло будет. Слушайте, вот будет обидно, если тут были седла, но они взорвались из-за этого дурацкого зомби, который туда упал. И как у зомби активировал динамик? Ну, ступил как на нажимную плиту. Точно. Так, где тут кузница? Что из этого кузница? Короче, обыскиваем все дома, предмет сундуков. И достаем все, что надо и не надо, и забираем, короче. Татаро-монгольская набежка. Он меняет фиг знает что. Одновременно взаимодействовать нельзя, интересно. Я, короче, все равно не вижу, что там описано. Короче, это не кузница. Изумруд, зачарованная книга. Короче, он просит 23 бумаги за изумруд, а также книгу и 43 изумруда за зачарованную книгу покорить глубин. Короче, ничего интересного. А, вот кузница. Я ему даже меч кину. Жареных гвоздей ему не надо. Я же слишком старый. Пусто. Интересно, это кузница или нет? Но если это кузница, то тут ничего нет. Как бы, ну, печки, наверное, это была кузница. Но мы обыщем, короче, берем. Господи, ничего тут себе, глянь, сколько тут всякие пряничные человечки и какие-то... Ну, конечно, мы нашли живую деревню. Ну, в общем, они все... Господи, у него три лица. Это священник тут живет или что? Что это у вас такое? Дозорная? Я стою здесь. Башня? Еще выше? Да вы издеваетесь. Он эту башню выше? Да, я тебя вижу, смотри. Вот он я. Короче, я был вот в этом большом доме, вот в этом маленьком. Еще вот раз, два, и вон там два дома, да, короче, что я обыщем на предмет все дел. Сундуки лутать в деревне не есть гуд для хорошего взаимоотношения с NPC. Обойдутся. Ой, их там двое. У нас все равно нету того, чего они хотят, поэтому как бы могут расслабиться. Что за фигня? А, это стол был? Наверное. Тут забор, я не могу его перепрыгнуть. Что, серьезно? Не могу перепрыгнуть забор? Да, у него три лица. Да ладно. Хорошо, я выйду. Я не буду ломать вам забор. Господи, вот это криповое, да, правда? Такое трёхлицее что-то просто. Так, тут все по всему мы были, да? А, ты тут был в маленьком домике. На крыше. Интересно, тут единственная деревня на карте или нет? Привет. О, кстати, как? Я рогом застрял. Все, последний дом, больше тут домов нету. Пуст. Нет! Как же моя лошадка? Я знаю, как исправить то, что у меня мало хватит. Ты внесешь деревья? Я просто украду, да. Вот это да. Вот это поворот. Вот это ты под это сам придумал.
Кожа. Почему они издают такие звуки? Ну, это классические звуки. Такие зомби все подорвал. Пакостник. Короче, да. Зомби нам всю малину испортил. Не факт, что там седла были, но там был шанс, что они там были. А вон скотина такая. Упал, и все так тут в доме было. Ух, тут мы были. Ну, как вариант, я не знаю, обыскать еще сахарные... Так, мы хотели еще пещеру найти в ледяном этом самом. Еще мы думали, в этом сундуке могут быть, может быть, в сладком королевстве. Кто их знает? А, ну, собственно, в пещере сундук, может быть, в зимнем биоме. Чё ты, пыришься? Кожаные штанцы. Ой. Дайте мне минуту. Золотой слиток. Если бы я еще видела, что там написано белое на светло-зеленом, и нифига не вижу. Ножницы. Ножницы нам не надо. Да что такое? Так, ты что нам хочешь дать? Книги, так. Тебя чё? Изумруды. Кожа. Ты же, у нас всё равно нет никаких ресурсов, на которые мы меняем. Чё-то очень получится. Ну, я просто смотрю, вдруг у них есть всё. Ну что, пошли обратно в зимний биом в пещеру пытаться найти? Я набил факел, можем идти. Ты ешь как символ года. Так, окей. Все, мы обчистили деревню. Тут у них уже... А, вот дальше мы еще в этом домике не были. Правда, у них уже чистить было нечего. Поэтому мы просто проверили, что у них уже ничего хорошего не осталось. Так, а вот тут что у нас? Да, Крис такой спокойный, релаксирующий, потому что у него температура высокая. Он еле живой. Я ничего не могу. Ну чё, го обратно. Все факелы снял с деревни, с бедной. Не, ещё не все, но я решил. Хочешь, чтобы их тут это самое, пришли зомби, все поели? Когда, ночью, что ли? Да. Если скоро наступит ночь. Ну да. Короче, мы идем искать большую пещеру в снежном биоме, потому что, короче, с седлами у нас не сложилось. Пойдем под землю. Все, начинать копать? Да, начинай, копай отсюда до обеда. Лоу. Кстати, вот то помнишь белое большое здание, которое мы с тобой санаторием называли? Это больница, на самом деле. Офигеть. Ага. Вот. Короче, да. Я так хотел идти голову. Вот, а, кстати, с Дэдпулом у нас не получилось, потому что нам все сеансы Дэдпула поставили на вечер. А на день щелкунчик в этом зале. Это же гораздо лучше. Нет, это не лучше. Туфтаная туфта. Не, я хочу посмотреть потом щелкунчика чисто ради визуала. Вот, ну что-то не очень хороших предчувствиях. Мы ходим по воде. Ей. Обычно я что-то очень хорошее выходит в последний день. Ну вот мы с тобой Алису смотрели, вроде так, ну норм. Конечно, не то, что прям там какие-то с 10 из 10, но норм. Кстати. Два лимона, это как? Да, это мы обратно идем. В зимний биом. Там еще Крис видел какие-то подводные эти самые локации, когда на лодке плавал. Я, честно говоря, подводные... не очень хочу подводных жителей беспокоить. Вот.
Ходила на щелкунчика и могу сказать, что мне не понравилось, пишет Юки. Спасибо, что поделилась мнением. Ну вот я боюсь, что мне тоже понравится, только максимум картинка, и то не факт. Вот, но я, конечно, когда-нибудь посмотреть хочу со временем. Обозримо в будущем, как говорится. На домашних носителях. Ну да, да, да. Ну то есть деньги на это в кинотеатре тратить, естественно, я не хочу. Еще яйцо. Курица и яйца. Что было первым? Курица или яйца? Кура-яйцо. Кура-яйцо. Динозавры были первым. Посмотрел «Щелкунчик и четыре королевства», и на третьей четверти фильма понял, что из этого могла бы быть неплохая игра. Да. Так, вон туда. Кельга, куда тебе стекло надо? Боемское стекло. Так. Навстречу приключениям. У нас есть лодки, если что, но мы, по крайней мере, я очень плохо с лодками обращаюсь, поэтому мне проще так. Честно говоря, мне кажется, так быстрее. Да, мне кажется, карта лодки как-то очень коряво, не знаю. Или я очень... Не, ну я, конечно, кривую игру. Это фильм такой? Стекло так и называется? Что-то я не слышала. Что такое? Можно расплавить пляж. Получить пляжное стекло. Стекольный пляж. Ой, там кто, рыба? А, кстати, у меня удочка есть. Ну ладно. Не то, чтобы хотела рыбу. Короче, нам нужна какая-то гора с какой-то пещерой. Крис играет в Аквамен. Фильм так называется, 17-го выйдет. Если расплавить песок, получится стекло. Ну да, понятное дело, тут тоже. В Майнкрафте, если раз... Ну, да. Как жизнь. Ну аж, если ты еще смотришь, скажи, а пещера должна быть в этих ледяных горах или в каких-то других горах? Или отдельно как-то стоять должна? Где ты там что-то делал? Вот, ты как раз вернулась, пиши, короче, эта пещера вот где-то начинается в ледяных горах, или где-то тут вот просто в зимнем биоме, где-то вот в холмике такая дырочка, что-нибудь там. Короче, какой высоты нам искать пещеру? Мы играем на PlayStation. Продолжение неуязвимого из Сплит. Мы не знаем. Да, что мы как-то пропустили. Так, ты кто? Ты дом? Дом. И тут есть кровать и книжка. Мне кажется, мы сюда заходили. Нет? Или просто похоже. Новый год. Эта пещера находится недалеко от зимнего биома на отдельном острове с высокими елками. Это вот который остров между клювом, что ли? Мы на нем. Почти. Тут у нас такой включается типографический кретинизм. Ну, для меня, по крайней мере. Что это? Заяц-утопленник? Вы там еще не были. А что ты ко мне придешь? Не знаю, куда мне. Ты думаешь, мне лучше?
Что такое там кукуш? Это... Да, похоже. А, ну да, это конфетное королевство. Вот это тот, помнишь, кусок, куда мы с тобой не доходили? Потому что там по боку как бы не особо. В левом верхнем углу. Так. Советую посмотреть жанр фантастика, трейлер, детектив. Спасибо. Неуязвимый из плитки. Окей. А, вот там, где у нас темно еще до сих пор? Паука. А. Это вот эти острова, которые вот у Криса открыты, левый верхний угол, вот эти отдельные такие. Да, туда, куда тебе лень было плыть, когда я с самого края. То есть нам обратно. Почему две картинки? Объясни, почему две картинки? Потому что мы играем на одной консоли, и это как бы, ну... На консоли, когда играешь на одном аккаунте... Ну, нет, мы с двух аккаунтов играем, но игра одна. Короче... Локальный кооператив. Да, локальный кооператив. Интересно, сколько народу строило эту карту. Ну, я могу сказать, что карта... Я, конечно, Adventure Time не то, что прям сильно фанат и сильно смотрела, но вроде все достаточно более-менее канонично, поэтому, я думаю, много народу строило эту карту. А, ты куда? А что, не туда? Не обратно? Это зомби-судочка. В смысле, водяная судочка? Да. Забираю удочку. Тебя удочкой хотел забить. Не знаю, с ним мясо выпал. Карта похожа на птицу. Прикольно. Да, карта этой стороны действительно похожа на птицу. Короче, ты что там нашел что-то? Нет, я просто иду в никуда. Если что, найдешь, телепортирую меня к тебе. А что я должен найти? Ну, если какой-нибудь... Чего-нибудь? Чего-нибудь я интересное. Я нашел пещеру. И в ней есть дом. И портал куда-то. Это вот это портал в ад? И дом? Телепортируй меня к себе. Я, пожалуй, не стану здоровья. Так, ну аж да, это вот Крис пришел туда, куда ты хотел, чтобы мы пришли. Ну, мы в левом верхнем углу, несомненно. А, левый, а что это справа путаю? А, думаю, лево справа путаю. Ну да, это очевидно портал. А! Кто уже? Где? Где ты? Паук, смотри, пожалуйста. У меня сверху, что ли, паук? Да, где-то он. Котпина. Смотри, рычаг. Подожди, ничего не нажимай. Дай я хоть зайду и покушаю. Глаза расходятся, это норма. Чё, тут сундуков нету? О, кухонька. Всё, я тут остаюсь. Сундук есть, и там есть музыка. Понятно, значит пошли. Понятно. В ад. Ты рычаг уже нажимал? Да, ничего не произошло. По крайней мере, ничего не взорвалось. Ну, как неинтересно. Все, идем. Подожди, дай еще поем. Все, идем. И мы ушли. Не знаю, он не телепортируется. Нет. Это так и надо? Не знаю, может там стенка. А что мы не так делаем? А, вот, все, да. Ну мы за решеткой. Там дум такой, короче, да? Да, мы за решеткой, правда, через нее можно пройти. И тут все горит, и я горю. Да.
лесенка наверх? Нет, не лесенка. Ну, короче, вот, тюрьма. Ей. Даже это они предусмотрели. Ей. То есть тут две карты, да? Ей. О, а ты уже без шапки? У тебя шапка сломалась? Я не знаю, я себя не вижу. Я тебя попью. Где это они? Ад. Видимо, если ты баба, то сразу коэффициент зрителей 2.5. Это на основе чего такие выводы делаются? Особенно учитывая, что мы вообще без вебки даже. Да. Так как, давай вместе ходить? Мне страшно. Куда пойдем? Кто-то мне говорил перед стримом, чтобы я ходил хорошо, за тобой. Хорошо, ходи за мной. Ходи за мной. Ты где? Я за тобой. Ты будешь спиной ходить? Это и пугает. Так. Что это такое? Почему он стоит с мечом и пырится? Как это символ года? Мы убиваем символы года. Человек или это свин? Подожди, дай поем. Что я так мало говорю? Ну, меня там кусал паук, там... Жизнь боль. Всем привет, что тут происходит? Тут происходит ад. Мы ждем, пока у меня сердечки восстановятся. Так, что, есть тут куда? Что сходить? Тупик? Тупик. Ну, кого-то в чате постоянно бомбит, что мы играем в Майнкрафт, что ты баба. Или как-то так. Негоже бабам в Майнкрафт играть. Зачем это свинозомби? Теперь они на вас будут нападать. Ну ладно, как бы, а что делать? Чтобы они на нас не нападали? Дружить с ними. Кстати, я понравился. Вы же не думаете, что мы будем тут бесконечно... Да, еще скажите, что вот этих бить нельзя. Я понял. Ну, может, ко мне телепортнуться, пока меня не убили. Ну, ты как-то выживай. Ну, ты давай быстрее. Жми на кнопочки. Я не могу к тебе телепортироваться, в другой мир. Все. Подожди, сейчас я выйду. Ну, мы не помним про свинозомби, потому что мы лошары. Играем в Майнкрафт. А, я забыл, это же игра сделана из, из земли и палок, поэтому здесь переход портала мгновенно. Да. Чего удивляюсь. Ты зря его убила. Да ладно, вам же будет веселее смотреть, чем... Вообще, короче, я все плохо. Справа тебе, пошли дальше, обратно. Не знаю, теперь мы там не сможем ходить. Ты же напала на зомби, который тебе ничего не делал. И что? Ты же знаешь, что ты делаешь, проснулся. Да. Блин, да почему? Ну ты заходи не до конца. Вот это я понимаю, нет. Стоять два года, да? И ясно. Нет! Нет! Брутал дум. Да. Еще скажите, что и огненных слизней бить не надо. А что тогда вообще в аду делать, если не убивать? Кайтесь. Покайтесь. Он из них падает слизь. Обычно слизь? Нет, просто они все меньше и меньше становятся. Но они как бы, каждый из них рассыпается на новый. Да, я в курсе. Я играл в компьютерные игры. Нас будут убивать свинозомби. Да и как-то этой штуки же тушить надо. Так. Все устраивает. Лопаткой. Да. Так-то будет темно и ничего не видно. Ну ладно. Что делать? Ну вот пришли мы сюда. Ну вот. Давай этого слизня тоже убьем. Ты готова? Да. Я что-то тоже... Я тоже что-то не вижу, куда тут идти. Он взял упору. Это, наверное, был последний из той партии. То есть мы только что истребили целый вид. Да. Нет, целый рой. Я просто не вижу, куда тут можно идти-то, в принципе. Я предлагаю зайти за одну из этих решеток, где сейчас, кажется.
Ну там еще один. Вот так 100% тупо лава, да? Мне тут вообще тупо подсветильники. Подсвечивают. Бутафория. Зато они красиво светятся. Так. Вот в земле точно лава. А, точно. Я чуть не сделал. Что-то я не вижу, куда тут можно идти, и даже свинозомби к нам спускаться не желают. Ну, чуть какие-то они вяленькие. Свинозомби. Вы видите какой-нибудь? Я в него могу пострелять. Ну ладно, не трогай ты их. Не трогай ты их. Я его убил звука. Чудо. Вот тут выход есть. Вот. Где? Где ты? За мной иди. Ой, тут еще один свинозомби. Слушай, он мне бьет на четверо здоровья меня. Вот это пассивный свинозомби. А вон там гаст летает. Он меня только что убил. Нет, почти. Вот тут рядом со мной, который какой-то... Ты, кстати, в курсе, что за тебя сзади ползет слизь? Уже нет его. Нет, вот нет. Что, где газ? Вон там. И убей, у меня нет здоровья. Так, где газ? Где мой БФГ? Во. И все горит, и ты горишь. Да, там какая-то статуя еще. Че, ты готов? Are you ready? От слизни отбиваться, но почти на здоровье еще не остается. Почему ты все время при смерти выбираешь выйти из игры? Не знаю. Возродиться. Раз. Может, я тоже помру? Ну ты пройди чуть-чуть, посмотри, что там за газ. Там, я посмотрю на твой экран. Вон там же желтая какая-то штучка. Давай-ка ты мне наушник подергать из зуба. Прости, ну я это бурно реагирую. В этом мире в аду очень весело. Свинозомби — это те демонические летучие мыши из... Чего? Но огненные слизни будут распадаться из большого на маленького. Да, это веселое место. Очень веселое место. Так, мы так и не на... Это та пещера была, в которую нам надо, с садом? Или еще другая пещера есть? Что-то я не поняла. Да, эта пещера была, которую мы изначально искали. Или это был портал в ад, который нам надо? Чебак, привет, давай мы на чабирочку повесим. Его нам на ковальне надо переименовать, да, сначала? Я правильно понимаю? Чего меня ты скажешь? Бирка. Бирка. Я с собой почему-то пара решил, как же я хочу тебе на ухо поставить. Что, железные решетки? Это она есть. А, то есть понятно. Хорошо. Да, можешь поставить нам железные решетки. Пойдем в огненное... Ад это было место... Ночь сфера, где правит батя Марсвин. Мне показалось, там свинозомби... Свинозомби — это демоны летучие мышани, что там обед... А, все, я поняла. Их оружие здесь вроде как банан. Они в ночи сферы из ушей. Когда не понимаешь, что творишься, ты просто сидишь и слушаешь. Ну да, я тоже не очень понимаю, что происходит. Ну вот тебе решетка, понятно. Не знаю, а, пошли дойдем до сладкого королевства. И там где-то была, по-моему, наковальня. Попробуем бирку переименовать. Я не знаю, почему я этого не попробовала сделать в деревне, когда мы были. Все в этот самый в мусор. Mm-hmm. В мусорную яму. Золотой меч есть, он хуже железом.
Да, золотые что-то вообще как-то не очень. И еще. Оранжевая плитка. Песчаник. Красный камень. Гладкий песчаник. Вспомни из золотой сценарий. Это что такое? Адский камень Шульгарик, по-моему, бесконечно. Да, что-то не выкидываю. Может пригодиться. Я помню, мы с тобой пытались сделать камин. Я помню, да. Это было смешно. Я песчаный. У меня есть выбор. Пожалуй, выложим. Но зачем следует? Если пройти дальше этой пещеры, то можно найти грибной остров. Слитки магмы. Слитки, не слитки? Короче, складывай что-нибудь. Если он не будет делать. Так, книга и перо. Это зачем? Нитки нужны, зерна. Окей, окей. Я не знаю, когда и куда я делаю кости. У нас есть краситель, кстати. Это для флагов нужен, да? Ой, дерево выросло. Грибной остров, как звучит там. В смысле, дальше этой пещеры по наземному миру, не подземному? Я меньше не знаю. Почему на стримах интереснее, чем на записях на ютубе? Потому что живое общение, и мы читаем чат. Меч? У меня есть кожаный шар. Нет, мне пока не надо меч. Мне пока мой меч вполне устраивает. Кстати, у меня ничего не осталось. Ты голенький. Лучше переходить в стол. Все. Всем уже Джейк Стадоба. Смотри-ка, есть уголь, а есть древес. Сейчас я посажу, короче, зернышко. Еще у нас тут как бы куча, как их называют, арбузов. Но я на самом деле не особо тороплюсь их как-то это самое разбивать. Вот арбуз простой, он предмет простой. Для красоты больше, мне кажется. Не, дольки, конечно, питательные, но не ошибка. Мне кажется, проще хлеб, мясо, как-то. А, ты что, все время забываешь? Пасть можно. Жильца. Я у себя железный меч, получается. Еще 15 железных слитков вложил, он сейчас еще один будет. 16 железных слитков. Ей. Так, хлеб. Кстати, чтобы печь печеньки, на самом деле надо еще какао-бобы, так что с печеньками мы пока пролетаем. А тут были вообще джунгли в этом варианте? Что-то не помню. Так, сейчас, раз. Во, только нам нужна еда. Да, сейчас, наверное, сделаем перерыв и потом сходим еще в это королевство. Поищем там наковальню, чтобы переименовать бирку, и заодно, может быть, все-таки где-нибудь сундук с седлом будет. Но это не точно. Тетя мой тузик сидит без бирки. А, в этой сборке нет пещеры Билли? Это не сборка. Это не сборка, это официальная карта. И мы были... Даже Билли это... Это же икона Ража. Не видели. Чё-то самородок не плавится. По наземному, конечно. Окей, значит, мы тогда идем. Сейчас сделаем перерыв, потом идем в... Классно, с трешетки. Супер. Идем в Сладкое Королевство, и потом, может быть, в пещеру с грибами. Пещеру с грибами. На остров с грибами, если мы его найдем. Ладно, все, давайте, короче, на 2 минуты перерыв. Идите там за кофе, за какао, за чаем, скоро вернемся.